внимание. И всем привет! И в этом видео попробую пройти тест на грамматику по русскому языку. Погнали! Так, я вписываю. Так. Тест. Так. Так, на первый вопрос я ответил. Еще раз. Короче, первый вопрос. Какой-то человек. Я решил выбрать вот первый вариант из потяжка, потому что я не знаю, какое проверочное слово, без понятия. Второе слово это Аполлон. Вот так пишется. Какая девушка хочет найти своего Аполлон. Короче, 2L тут. Следующее. Так. Какой из слов имеет ровно три слога? Я решил выбрать претензии. Ну, может, конечно, Майя, скорее всего, это претензия. Ну, мне так кажется. Правильный перенос слова ария будет выглядеть так. Ария. Ну, по-моему, не. Первая веска точно нет. Хотя. Нет, так нельзя переносить. А в одну букву тоже нельзя. Ну. Конечно, либо вот второе, либо последнее. Ну, скорее всего, второе. Потому что первую букву, одну букву Тая тоже не переносит, и последнюю букву тоже нельзя переносить. Что значит обрезанное выражение, когда рак на горе свистнет? Что значит образ... Я считаю, нужно загуглить это. Потому что я... Но мне кажется, это больше на второе похоже. Ой. Первое. Ну, в принципе, написано, что якобы никогда. Или произойдет. Ну, короче, второе я выберу, потому что, скорее всего, второе больше похоже на правду. В каком словосочетании допущена ошибка? Несмотря на трудности, несмотря... Ой, мне... Но на усталость, несмотря на мою сторону, несмотря на оказанную помощь. Несмотря на трудности, несмотря на мою сторону, несмотря на оказанную... Да хуй знает, на самом деле. Ну, либо вот это вот, не знаю. Мне кажется, третье. Где будет, где требуется написание буквы Т? Ну, это не так уж тяжело. Сверстник. Ровесник. Сейчас ровесник загуглю, потому что мне кажется, что в рай тут либо в втором, либо в первом. Нет, нет, либо первый. Хотя вряд ли первый, если ровесник, то мне кажется, вряд ли с первый. А, нет, первым пишется. Первым, значит, первый я правильно подумал. Так. Отыщите слово с лишней буквой Т. Вестник, местный, словесность, корыстный. Вот это слово вообще не знаю, что это значит. Я это последнее, мне кажется. Не знаю. О ком из слов есть ошибка? Борюша, жюри, щупальца. Парашют. Так, парашют. Ну, вообще, по-моему, тут Ю должна стоять. Мне кажется, парашюте. Ну, ладно. Какое слово требует поправки? Цыпленок, цыган. Ну, цыган, да, по-моему, через И пишется. Сейчас я посмотрю.
Да. Цинк циц. Вот цинк, по-моему, через и пишется. Да. Распространенная ошибка при образовании родительного падежа допущена в слове. Вот это для меня тяжеловато, слишком, слишком тяжеловато. Чулков, носков, гусаман. Не знаю, вот это будет. Я наугад просто выбрал. Я просто реально не знаю, как это решать. Если множественное число у слова дно. До дна. До дон. По-моему, нету. Ну, короче, я прошел тест на 50%. Это якобы тройка. Но хотя бы не двойка, уже радует. Всем спасибо за просмотр. Если хотите таких больше таких тестов, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч!